Приветствие, гимн Российской Федерации, танцевальные номера. На этот раз поклонников гиревого спорта организаторы соревнований порадовали яркой церемонией открытия. А старт турниру дал глава города Губкинского Андрей Бандурко. Губкинский в очередной раз приветствует спортсменов Ямала. Это мероприятие традиционно уже и ежегодно принимает самых сильных спортсменов округа. Гиревой спорт – очень захватывающий вид спорта, но он также один из самых сложных. Поэтому он требует высокой физической подготовки, упорства, силы духа, а также дисциплины. Я уверен, что сегодня наши участники покажут все свои самые лучшие качества и покажут настоящий спортивный дух. В Губкинске испытать себя на силу и прочность прибыло более 100 спортсменов из разных муниципалитетов округа. Атлеты выступали в двух дисциплинах – рывок и толчок, длинный цикл. У девушек и женщин юноши и мужчины боролись за призовые места в двоеборье и толчок, длинный цикл. Юноши, девушки, мужчины, женщины – все сегодня работают по длинному циклу. То есть это два снаряда. Они поднимают на грудь, забрасывают на грудь, выполняют толчок, потом скидывают на грудь и опять проносят между ног, делают цикл, опять забрасывают. Получается вот такой цикл замкнутый. В первый день спортсмены соревновались по длинному циклу. На помосте те, кого называют силачами, здесь нет игровых моментов соперникам. Только 10-минутный внутренний бой с самим собой. За это время спортсмены должны выполнить максимальное количество подъемов, каждый в своем весе. Мне нравится этот вид спорта, что у меня есть подходящее время для этого спорта, и у меня, в принципе, много шансов, чтобы поехать на Россию через 3 года. Если девушка хочет этого или хочет быть достойной этого, то может. Как я вот цель себе поставила поехать на Россию и целеустремленно тянусь. Мотивации у гиревиков хоть отбавляй, занятия с этим снарядом повышают надежность нервной и мышечной систем, совершенствуют дыхательную и сердечную системы, ускоряет обмен веществ. Сила в чистом виде в жизненных ситуациях используется крайне редко, а вот выносливость часто. Выносливость развивает дух, силу, в конце концов. Не знаю, как-то с детства понравился, что ли. Вот и занимаюсь дальше. Ну и буду дальше заниматься. Я немного лыжами занимаюсь, поэтому они чуть-чуть родня. Хочется там и спинку покачать. В том, что конкуренция будет серьезной, никто и не сомневался. В 2 соревновательных дня прошло сразу 3 состязания. Городской открытый турнир, а также окружные чемпионаты и первенства по гиревому спорту. Михаил Белоусов говорит, здесь побеждает не сила, а умение правильно ее расходовать, а еще уверенность в себе. Я сделал 69 повторов. Я считаю, что это очень хороший результат. Это была моя цель на сегодняшний день. Для России это как будет очень хороший результат. Я даже могу попасть в призы на России. Ну, то есть у тебя сейчас тоже есть шансы на победу? Сейчас я, скорее всего, выиграю. У меня никто не составит конкуренцию. Уверенность Михаила помогла одержать ему победу в соревнованиях в своей весовой категории. Всего же в 2 соревновательных дня гиревики разыграли 28 комплектов наград в первенстве и 22 в чемпионате. По итогам состязаний лучших спортсменов включат в сборную Ямала. В начале февраля они примут участие в первенстве России по гиревому спорту, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Елена Канина, Денис Гонцов, новости Губкинского.